Сейчас я покажу, как сделать подставку под цветочный горшок. Ее можно использовать как в помещении, так и на улице. Подставку я буду делать не простую, а такую веселую. Это будет маленькая птичка. Для этого я воспользуюсь прутом 6 мм. И мне нужно сделать кольцо, в которое я потом установлю, собственно, этот горшок. Кольцо я буду делать с помощью оправки. Кольцо для такой подставки можно и купить. Но так как я хочу сделать именно под определенный цветочный горшок, лучше сделать самой. Использовать я буду вот такую оправку для того, чтобы согнуть кольцо под горшок. Значит, что она из себя представляет, если вы захотите сделать ее самостоятельно? Это отрезок трубы, может быть, любого нужного вам диаметра, которое вы можете прикрепить куда-то, приварить, допустим, или зажать ступцинами к столу. И вот такой вот отрезочек, допустим, квадрата, который будет являться стопором для того, чтобы накручивать вокруг трубы проволоку. Я его устанавливаю. И вот таким образом фиксируется проволока и накручивается вокруг. Достаточно легко. Вот таких двух витков достаточно. Теперь я их срежу и соединю вместе. Кольцо готово. Теперь примерю его в горшок. Вот, этого достаточно. Держаться оно будет хорошо. Теперь приступаю к самому интересному – куриным ножкам. Я нарисую их на столе для того, чтобы по ним собирать. Размечаю. Отрезаю. Отрезки готовы. Теперь можно собирать лапки. Выкладываю их. Нужно обеспечить массу для того, чтобы сварка таки состоялась. Прихватила. А теперь аккуратненько обварю ее. Таким же образом сварю и вторую лапку. Соберу основу ноги. Лапки сварила. Теперь лепестковым диском немного зачищу острые края самих ножек. Отмечу, где будет стыковаться ножка с стопой. И вот теперь привариваю таким образом. Две ноги готовы. При желании их можно подрихтовать в любую сторону. Проволока 6 мм достаточно мягкая и пластичная. Руками легко гнется. Оп.
Осталось приварить кольцо. И обеспечим массу для сварки. Кольцо приварено. Зачищу немного сверху шов. Вот такая цыпа. Теперь, пожалуй, я ее покрашу. Курочка у меня будет не простая, а золотая. Теперь подожду, пока высохнет. Золотая цыпа высохла. Можно ставить в нее горшочек. Смотрится замечательно. Я надеюсь, за лето мое деревце в таком горшке великолепно подрастет. Ура, бобру!